не рыдай и не плачь о том, что невзгоды постигли тебя, что весну долго ждать не придет она, будь спокоен, взирай на Христа. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, но какая она, та весна, что искупленных ждет. Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет помнить весну, когда искренне Богу служил. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. Вы стремитесь к тому, чтобы нежность весны засияла бы в вашей душе, и прекрасные Божия духа плоды и для вечной весны расцвели. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, но какая она, та весна, что искупленный ждет. Помоги нам достойными, верными быть, свято жизнь проводить на земле, чтобы холод греха нас не смог победить, да стремиться к той вечной весне. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, а какая она, та весна, что искупленный ждет. Весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, а какая она, та весна, что искупленный ждет. Слава Господу!